Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок» с города Санкт-Петербурга. Торговался я несколько банкнот, но выиграл всего одну банкноту. Доставка у него 100 рублей, лоты объединяет. Можно докупить по фиксированной цене, по-моему, были у него. Но я что-то ничего не стал покупать, по фиксированной цене дорого все. Было, ну, по аукциону, в принципе, хорошие цены были. Реальные цены можно покупать. Ну, этого продавца первый раз. Решил попробовать, может быть, в будущем, если будет у него выставлено лоты, что-нибудь прикуплю. Отправил все быстро, дошло очень. В принципе, Санкт-Петербурга в область тоже все быстро. Это 250 рублей 1918 года. Ну, состояние было на фото, в принципе, так оно и есть, в очень хорошем состоянии. Ну, естественно, было в обращении, скорее всего. Ну, состояние, перегиб есть. Ну, он особо не заметен. За такую цену, как бы, наверное, больше доставка. Доставка 100 рублей, по-моему, дороже обошлась доставка. Ну, покупая несколько лотов, вообще можно сказать, выгодить. Так что ссылку на продавца оставлю. Может быть, в будущем еще буду у него что-нибудь заказывать. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.